Hello! С вами вновь Сергей Ковалев. Я очень рад нашей встрече, тем более, что повод для встречи есть. У меня для вас есть интересненькое упражнение. Как известно, для баяниста очень важно владеть всеми тремя позициями. И данное упражнение вам в этом поможет. Тем более, что вы еще можете развить беглость пальцев. Итак, сегодня мы рассматриваем модулирующую секвенцию. Секвенция – это повтор одного и того же мелодического рисунка от разной высоты. За основу секвенции мы берем турецкая ронда Вольфганга Амадея Моцарта. Итак, фа диез минор. Сейчас я вам сыграю. Теперь рассмотрим детально. Фа диез минор. Мелодия у нас начинается с до диез. Фа диез минор тональность первого ряда. Итак. Си септаккорд, даже си нонаккорд. Ре диез, ля, до диез. Приравнивается к доминанте. И мы идем к ми минору. Мелодия начинается с ноты си. Ля септаккорд приравнивается к доминанте ре минора. Дальше. Си, фа диез, ля, нонаккорд с пропущенной квинтой. Соль септаккорд, доминанта к до минор. Фа септ, доминанта к си бемоль минору, второй ряд. Вот он, и так. Ми бемоль септ, доминанта к ля бемоль минору, и... И мы возвращаемся. У нас получается доминанта к соль бемоль минор. Соль бемоль минор энгармонически равен фа диез минор. Фа диез минор. Теперь я еще раз сыграю всю секвенцию. Thank you.